Долларовый дождь. Избиратели сенатора-демократа Берни Сандерса закидали кортеж. Его главной соперницы Хиллари Клинтон целой 1001-долларовых купюр. Инцидент произошел в пригороде Лос-Анджелеса. Экс-госсекретарь ехала туда на мероприятие по сбору денег вместе с актером Джорджем Клуни. Суть акции – продемонстрировать нелепость законов США, которые дают политикам возможность принимать от благодетелей крупные суммы денег на финансирование агиткомпании. Но пока сама Клинтон разбрасывалась обещаниями, у ее штаба прошла акция протеста против нее же. Жители Нью-Йорка выступили против агрессивной внешней политики Клинтон, когда она была госсекретарем. Участники акции возмущены ролью кандидатов в президенты в нагнетании противостояния с Россией. Демонстранты обвинили Хиллари Клинтон во вмешательстве во внутренние дела других государств и свержении неугодных Вашингтону режимов. Участники сегодняшней акции назвали Хиллари Клинтон военным преступником и другом диктаторов. Демонстранты предупреждают, обе политические партии США продвигают интересы американских корпораций Уолл-стрит. Хиллари Клинтон, в бытность госсекретарем, виновна в преступлениях против людей по всему миру. Она, в частности, поддерживала фашистский переворот на Украине. И это очень опасная ситуация. США уже давно помогают диктаторам от Гаити до Гондураса.